Всем привет, дорогие друзья! Мы тут. Пару минут до старта. Сейчас все будет. Так, значит, смотрите. У тебя выбивает ошибку, правильно? Да. Мы тут. Всем Попробуй привет. Перезайти в игру. Только у нас технические шоколадки у Анастасии. Маленькие. Маленькие. Кусь-кусь. Здоровье нормально. Привет. Рунта был. Всем привет. Привет, геймерам. Ребята, опять громче тебя. Да что же это такое, господи? А нас уже слышно? Всем привет. А, да, вас уже слышно. Сейчас я вас потише сделаю. Настю и тебя. А, ну ты у меня на 200 выкручен. Это а не, Настя, тот, не тот стример. И Настя у нас 100 выкрутила. Все, а сколько было? Под 200 тоже. Под 200. Я не знаю, почему это. Еще раз, подожди. 319 794. А, все. Появилась так, тихо, Настюха. Спокойно. Всем привет, Всем привет, дорогие друзья. Мне понравилось. Здравствуйте. Видео. Всем здравствуйте, да. Спасибо большое. Так, а теперь мне нужно, чтобы Андрей зашел еще и ко мне и проверил звук у меня, чтобы я вот да это я вот уже это... слушаю, все хорошо. А что ты слушаешь, если тебя нету ни трансляции? У меня на компе открыто. А, ясно. Как всегда все, как всегда. С компа не видно зритель. Нет, просто я еще уволен на стриме, поэтому, возможно, она не видит. Поэтому дублируется зритель, наверное. И ТикТок такой, типа, ничего не знаю, Андрюхи у тебя нет. Вообще, иногда бывает, что когда я так пытаюсь сделать, меня выбрасывает с какого-то аккаунта, но иногда срабатывает нормально. Когда я открываю трансляцию у одного, а на втором еще нет трансляции у него потом. Понял. На хип-хоппер что-то похоже. Это кепка. Всем здрасте. Всем здрасте, всем привет. Всех очень рада видеть. Добавила все. Я готова, если что. Давай. Все вас давно слышат. Можете всем привет сказать. Я сказал всем привет. Я тоже говорила всем здравствуйте. Всем здрасте. Я сегодня постараюсь болтать меньше. Боря, много кусь, Джонни кусь. Джонни, привет. Привет, привет, Артур. Что за игра? Фасмофобия. Игра «Фасмофобия» сегодня. О, нет. Всем привет, всем привет. Твич, Ютуб. Ту, Ютуб. ТикТок. Всем привет. Игра «Фасмофобия». Фасмофобия. Джонни, кось-кось. Аниме-то. Привет. Всем привет. Всем привет, кто пришел. Мы снова к призракам вернулись. Привет, Шефанга. Да надеялись, но я знал, как там скучала. Бароша, привет. А чё не было... Не было звука. А ты, возможно, выключала, когда помнишь, тебе пыталась отключить. А у меня все зависло. Нет, у меня ничего не зависло. А почему сейчас не было звука? Игра загружается. Но звука не было, да? Звука не было. Такого. Какой должен был быть? Звука не было, да. Это нехорошо. Сейчас... Типа голосов не было или что? Нет, на уведомления. На уведомлении. Кто-то песенный режим купил, да нет. Всем привет, всем привет, всем здравствуйте, Сет, здравствуй, Виктор, здравствуйте, Павел, здрасте, всем нет, здрасте. Нет, к счастью, пока не покупали. Манчейл, здорово, привет. Я сейчас посмотрю, если вы не против, настройки. Конечно, посмотри, так, да. Я к Насте, потом на Твич. Давай, Джонни. А в этой игре можно стрелять только из своей собственной жопы, когда боишься. Я.
Пока Оля смотрит себе вот эти вот настройки, позволю себе наглость похвастаться. Боря, спасибо за ручки, что я притащила себе вот этого оленя. Вот этот олень. Он теперь будет играть со мной, мне с ним не страшно. Паша, привет. Всем здрасте. Дайте мне одну теперь минуту, Андрей пожалуйста. Нахер не нужен. Да, потому что мы теперь ходим с оленями, настоящими оленями. Мне надо быстро посмотреть настройки сейчас, ребят. У нас призрачная огонь. Конечно. Что? Реально? Три штуки даже. Три штуки? Как дела, как самочувствие? Все хорошо, Джонни, привет тебе, здравствуй. Супер рогатый, да, супер рогатый, еще раз покажу, я не могу его смотреть. Ой, дайте он из Финляндии. Минуточку, дорогие друзья, я сейчас все проверю. Пока можно зайти ко мне посмотреть оленя. Олень супер, ну скажите. Привет, сталкер. Андрей, скажи, да? Что олень у меня супер. Вообще, сейчас. Он не смотрел моего оленя. Всем сейчас привет, тоже качаю космофобию. Ой, это хорошо. Ой. Обалденный олень. Олень супер, да. Пять оповещения страдают фигнёй. Супер, спасибо. Паша, ты хочешь поиграть один или с кем-то в Фосму? Расскажи мне, пожалуйста. Всё стоит. Что такое? Может быть, ОБС не успел раздуплиться, но это вряд ли, конечно. Ты тоже маленькая и круглая? Чего? При сколько домов прошли? Еще нисколько, мы только начали. Сегодня кошмарим, да, только это не шокер, это ЕМП. Сделай тестовое. Угу, сейчас, секундочку, ребят, простите, пожалуйста. Сейчас вот будет так. Тестовое оповещение. Пошла, шара! Спасибо большое, спасибо, Макс, большое за тиктоки, за ручку, спасибо. По идее, есть. Все нормально, да. Да. Ладно, все, не будем отвлекаться. Всякое бывает. А это спасибо большое за мороженки. Фонарик есть. Все, игра в себя, приходи. Это есть. Температура есть. А у нас какой уровень сложности? Любитель. Ага. Неплохо, Макс. Спасибо за подарки. Спасибо большое за подарки. Где мои косточки? Дай нам знак. Хай. Ты здесь? А, я обещала ребятам в первую знак, очередь, что я сегодня выкручу. Во-первых, видео мы выкручим на полторы. В смысле, яркость? Да. И аудио мы выкручиваем на 100, на 80. Нет, на... Это сильно. 80 мы выкручиваем. Сильное заявление. Да, все, мы выкрутили. И теперь вдруг внезапно абсолютно все слышим, это нам страшно. Настя чрезвычайно смело. Да, потому что со мной теперь есть Рудольф. Рудольф, это хорошо. Всем привет, ребята. Он я мне пока дверь открыл. Где? Вот, а вот, я удалила вот I love you? Двойка. Ты здесь? Вы внизу, да? Мы, в да, гараже. В гараже. Он нам сюда дверь открыл, и надо отпечатки проверить. Я не успею, наверное, сбегать за ними. 2 минуты дают на отпечатки, ты успеешь. Наушники сняла, что ли? Нет, наушник в ухе. Наушник что в ухе. Что с мышкой? Мышка, давай, в себя приходи. Я говорю, просто Рудольф, понимаете? Просто Рудольф со мной сегодня. А я, если что, просто еще доску... Уидж. Так, а мы пока постоим здесь и посмотрим температуру. Здесь 3 градуса. Я оставляю вот это. Ну пока что отпечатков нет. Он что-то опять кинул где-то. Ты здесь? Ты здесь? Ты молодой? Ты молодой? Ну не страшно, можешь просто написать чат. Ты молодой? Ты молодой? Ты здесь? Ты здесь? Фу! Шифанга, ты злишься? Ты злишься? Ты здесь? Ты здесь? 7 градусов. Кинь что-нибудь. ЕМП-3. 6 градусов тут. А в гараже 3. А, уже 17. А почему? А тут это 5. Моя работа. Нет, значит, он здесь. Надо переносить. Ой, кинул что-то где-то. Вот где-то что-то кинул. Ой. Все слышали? Да, он на кухне. Он на кухне, да, кидает. Ой, что ты кинул опять? Ты здесь? Что ты кинул? Тройка ЕМП. Чё опять молодой? Кинул? Ты молодой? Чё ты кинул? Ты злишься? Швыряется. Смотри, он не хочет общаться со мной. Со мной он общаться не хочет. Все отодвинуть нафиг, чтобы мне не мешалось. То я убежать даже не смогу. Всем здрасте. А вы забрали мою ЕМП, да? Да, я его на стол положил. Тихо, подождите. Это где было?
А где мобила тут есть? Где мобила, да. А, вот она. Где? Вот. О, блин. Ой, у нас ивентик, что ли, был только что? 1,7 градусов. Ребята, может быть, у нас минус будет? Возможно, не исключено. У меня ничего нету в руке, мне это не нравится. Нам на... это, значит, нужна камера, он включил свет в прихожей там. Значит, это не Мара. Да, я опять насмотрела своих ютуберов, и что мне сделаете? Ой, проверили им потом на... А я уже у вас, вы что у меня проверять? А, все поняла я. Поняла я. Поняла я распятие. О, благовоньку зажгу. Да, зажги, зажги. Так, опа. Фонарь у вас есть, да? Опа, да. Супер. А, ты поставил камеру? Угу. Привет, всем привет. Стол вам в чат. Здравствуй, стол, здравствуй. Моё ЕМП забрали. Я верну. Распять. А где ты вернул? Так. На столе. А, всё понял. Сейчас, сейчас. Фонарик у тебя красивый такой, красивый, да. Джага-джага. Кто, я или фонарик? Оба. Так, Ну, больше фонарик, конечно. А чё радио потухло само? А, нет, оно работает. Привет, приветствую, привет. Оставь привет, запись Дима, в блокноте, привет, дай нам знак. Я, наверное, рано крест принесла, да? Здравствуй, Дмитрий. У нас минус. Вы видели уже, хорошо, да? Хорошо. Нет. Вы ещё не видели минус? Очень плохо. Нет. Я тоже минус. Хотела минус. Мы же не такие внимательные, как ты. Да. Мне кажется, ли они там немножко поиздевались только что? Нет. Ни в коем случае. Есть такое ощущение? У кого такое ощущение, плюс в чат, пожалуйста. Ну, блин. Вместо любви можно... Там есть стикер. Там есть, по-моему, стикер. Он тоже миленький. Там, по-моему, я оставила какой-то милый стикер. Это почти то же самое, что любовь. Они стебутся. Мне тоже кажется, что стебутся. Знаете, вот это вот чувствуется, чувствуется. У нас призрачный огонек есть. То есть у нас призрачный огонек? Мы, короче, просто стоим здесь для вида. Да, на Настю все зарешало просто. Вот плюсы пошли. ЕМП нету. Ой, не может быть. Радиоприемник. А, ну все, у нас все может быть, кроме ЕМП. Отпечатки рук, лазерный проектор, радиоприемник или записи в блокноте. О, походил, походил. Смотри, свети, свети. Опа! Пошла, шабра! Бу! Спасибо, Шифанга! Нас заклеили, ребят, нас заклеили стикерами. Бу! Так что это любовь, да-да-да. А там какой-то миленький, я, по-моему, оставляла стикер именно в панельке Твича под, ну, где описание, там есть окошко со стикерами. Там есть, по-моему, какой-то милый. Если не ошибаюсь, я точно не помню. Дай нам знак. По фану добавила, сейчас обосралась от Андрея. Спасибо. Ой, чё, где я потрогал? Да. А внутри? Короче, проектора я не вижу. Mm-hmm. Что, где ходит? Еще ходит? Вон, вот еще след, можешь сфоткать. Ага, сфоткала. Еще пошел. Вот еще можно сфоткать. Что? Фу! А у меня кадры кончились. Я всралась, простите. Я фотик где-то кинула. Да, здесь. У меня в руке он, ладно. Ты здесь? Спасибо большое. Дай нам знак. Он не очень хочет общаться. Он мне ответил. Да? А, он тебе ответил? Да. Почему он мне не отвечал? Я говорю, девушка мне не отвечает. Оля, чего? И что, это Анрё? Да, это Анрё. Кто такой Анрё? Анрё сейчас называют гневным духом. Он похищает души из тел умирающих жертв, чтобы отомстить. Известно, что этот призрак боится огня и сделать все, чтобы держаться от него подальше. Давайте свечку ему зажжем. А, Ну ладно, все, поехали. Мы все узнали. Я люблю больше деревянные дома. Ты все поставили? Ой, все поставили. Чего ты сказала сейчас? Я люблю больше деревянные дома. Я услышал, я все понял. Я тоже люблю деревянные дома. Да в смысле вы любите деревянные дома? Они по атмосфернее, я про это. Привет. Они все против меня. Когда начался стрим? Минут? Возьми... Да господи! Павел! Зеленый отпечаток руки. Ничего себе. Ого. Вот это для тебя сейчас. Павел, на тебе. Хрю. Оля, выбирай. Настя, выбирай. Близдейл или Крафтон? Графтон. Давай Графтон. Кто пукнул, заметим. Ты, наверное. А так Павел. Любитель или средняя? Оль. Давайте средняя. Блин. Средняя.
Это все сердце на полной громкости так всрато звучит. Я так испугалась. Спасибо за сердечко. Скоро приду, хорошо. Рудольф тоже хорошо. Привет, Вань. Здравствуйте, Иван Иванович. Слушай, потому что, Паша, я потом, если хочешь, конечно, поменяю, если ты пообещаешь их, его не тыкать особо. Потому что, честно, я волокордин после тебя пила. На ЖКХ. Ой, не напоминай, скоро середина месяца, Паш. Нет, на самом деле я просто громкость большую сделала твоему любимому рыку, и поэтому такая, чтоб пореже тыкали. У меня аж от тебя сейчас усики вспотели. Приди, Маняша. Всем привет, привет. Стоит, ребят. Стоит над ключом, смотрите, стоит. А что, у вас уже загрузилось все? Да. Вот да. Вы, черти мои любимые. Мой маленький набор токсиков. Котик. А что мне еще? А что у нас за здание? МП! Кто с МП? Я с ЕМП, как всегда. Хорошо. Оля, ой, Настя, человек ЕМП. Да, это я. Сбежать от призрака, пока он охотится за вами, походу это только для меня. Я не жучка, конечно. Я берегу свое сердечко. Понял. О, косточка. Че, выключено все, да? Да, выключено. А где у нас? На втором, наверное. Да почему на себя? Через месяц днюху жду не дождусь, а ты не жди, быстрее время пройдет. Включен свет. Ребят, свет включил. Нет, а, он все-таки внизу был? Угу. Походу. Ладно. Дай нам знак. Так, мои куколки. Мои любимые куколки. Дай знак. А может, брось что-нибудь. Кекни. Кинь что-нибудь. Ой. Это был я. Вот тихо-тихо. Фак. Это крест. Ну-ка. Пятерка ЕМП у нас сразу доказательство. Спасибо. Где? Спасибо большое, успокойся, пожалуйста. Что произошло? Что-то новое, что ли? Это где? Это вот эта вот штука была. Кресло пошаталось, ты видела? Он вот тут? Я видел. Да, он сидит. Дай нам знак. Привет, делишки. Все хорошо. Это все что хорошо. Было? Крип, атак, кусь. А. Так. Ой, у нас все, конечно, здесь? Хорошо. Дай мне знак. Говорить, кусь. В течение... определенного времени, Кусь. Че с температурой? Что, поехали, Кусь. Нормальная температура, Кусь? Первый раз видел это кресло. Кусь. Я, кстати, видела где-то недавно это кресло, тоже стирались. А я все пропустила, Кусь. Поэтому иду фоткать куколок, Кусь. Только не годишься это 5 минут. Че? Пошла, шабра! Он в туалете, он в толкане. Паш. В толкане? Привет, да. Мы уже трио. Как дела ты у вас, кроме есть? Таблеток? У нас спрашивают, как дела. Паша у нас спрашивает, как дела. Все хорошо, я вообще ничего не слышу сегодня, Оля, потому что я выкрутила игру. А. Паша спросил, как дела! Я имею в виду, что я не слышу ваши крики, поэтому мне все хорошо. Дай нам знак. Слэп. А где туалет-то, в каком месте? Который вот прямо, да, вот, да. Нашла тебя. Я просто тут прогуляюсь. Я тебя нашла. На всякий случай. Дай нам знак. Я слышала. Что-то полезное надо. Да. Всем привет. Неплохой голос, неплохой. Он поговорил? Да. Да. Ага. МП-5 и разговор. Да. Почему опять только со мной говорят, а? Ну почему? Ну не хочет он с нами говорить, ничего поделать. Дух-близнецы, мираж. Запись, короче, записки, ой... Запись в блокноте, минусовая температура, либо лазерный проект. Ну, лазер я поставила, нам нужно еще один лазер и... И камеру. И камеру. Возьмешь камеру? Да. А, и блокнот у меня с собой. Да. Тихо-тихо-тихо-тихо, там у кого-то гаражи горели. Осторожней, пожалуйста, осторожней. Нам всего вот этого вот не надо. Мы за безопасность. Опять все сверхъестественное происходит в сортире. Конечно. Ты идешь? Это я тут. Да. А, ой. Сортир самое сверхъестественное место. Всегда. Кусь. Я забыла говорить Кусь, потому что всралась Кусь. Вот с Андрея хрен дождешься слов, говорит Паша. Кусь. А, Павел, рык диваняшки для тебя. Кусь. Все, камеры смотри.
И что, у меня фонарика нет? А блокнот где? Я положила буквально посередине. Так, у нас... МП? Кусь? Я положила. Разве на фонарик? А, всё, вижу. Оставь записки в блокноте. Если ты будешь говорить записки, он тебя не поймет, потому что ты коверкаешь слова. Да. И он только тебе устроит записки. Запись против, дай. Вы это... На Андрей! Андрюй. Я думал, они по-русски заговорили. Кто там еще? А, Мираж. Что-то сегодня очень нервное, ребят. Лазерный проектор, записи, близнецы. Минус. Ждем? Дай мне знак. Когда скример? Ребят, у меня тут постоянно скример. Да твою дивизию! Паша! Мне показалось, будто у меня изо рта парище прёт. Я не вижу пару тебе. Ходи, пожалуйста. Но минус есть. Минус есть. Сейчас мне надо датчик повесить, нам нужно задание выполнить на датчик. Все, минус. Близнецы. Кто хотел, у меня близнецы недавно. Да, кстати, все. Радуйтесь, сейчас я датчик повесил. Не убегай, подожди, мне страшно. А ты где? Я вот иду. А, твою дивизию, Андрюха! Уходи. Не надо дверь закрывать, пожалуйста! Меня тут Паша решил это о себе заявить. Я сейчас сижу под мыхи мокрые, все мокрое. Ай! Блин, не проходи сквозь... Что открылось где? Пойдем, все нормально, успокойся, а? Да не трогай ты двери, что ты любишь двери так трогать? Да Паша, ты такой Паша. Вот тут маякни о себе побежали отсюда, он маякнет. Андрюха, ты... Ты где? Вы где? А, Шапанга... Да зачем ты дверь-то закрыл? Да просто с ноги! У нас зачлось там это датчик движения или у нас привет? Нет. Я не знаю, куда вы его поставили. А, вон он, над бачком висит. Слишком высоко, мне кажется. Слева от бачка. Да, я вижу уже. Кто подставил кролика? Вот просто Шифанга с Фавлом такие сидят. Ладно. Ты пошел перевешивать, что ли? Да. Ну, я еще один взяла. Пойдемте все повесим по одному. Да, давай пойдем. У нас столько... А, у нас есть. У нас есть. Столько есть. Оля, дай разрешение. Все, бомбически. Замкнуть к ситкам. Зачем тебе? От меня разрешение. Бомбически будет, когда мы будем от атаки, блин, забегать, потому что все втроем решили сюда пойти. Потому что атаки будет две подряд. Господи. Да чё ты закрываешься-то? Твою мать! Все живы? А, это была не атака. Настя, ты банга, блин, чтоб тебя! Что? А этот сидит в туалете, ему хорошо. Да. Она даже не возле меня появилась. Она не возле меня появилась, потому что я ее слышала, но она меня не убью. Я вышла оттуда, мне как бы... Чё мне искать приключения на свою голову, как говорится? Настя, ты такая вангатина, просто не вангуй, пожалуйста, больше! А чё она сванговала? Спасибо, Виктор, за огоньки. Я, походу, испугался. Я сказала, что сейчас будет атака, потому что мы втроем решили, как умные люди, зайти в дом. И она будет двойная, потому что они один друг за другом, и тут сразу начинается. Это была не атака. Ну и что, не такое я представляла себе первую катку. Она просто это... Настя, это ты здесь оставила датчик такой? Да, я. Вы не поставили, что ли, еще? Нет. А где он? Им что, мало? Вот один висит, второй висит. Я что, опять не там повесила? Сейчас они пройдут. Андрей, пожалуйста, не ходи больше. Спасибо большое за лайки, спасибо большое. Прошло говно. Прошло, да, Андрей, я нас Андрей, все. Мы уезжаем. Не, Андрей не все, с Андреем все нормально. Всем привет, кто пришел.
Я сразу закрыла глаза, да, потому что я опять тыкалась в эту дурацкую дверь и не поняла, почему она не открылась. Говорят, новую карту добавили. Да, Константин, новую карту добавили, мы играли, нам не понравилось, потому что дропается FPS очень сильно. Но карта прикольная, если ее пофиксят, будет здорово. Карта классная. Они работают над этим, они работают. Я сегодня очень нервная. А, я знаю, почему я очень нервная. Раз в месяц девушки бывают очень... Твою мать, нервная. Спасибо большое за лайки, спасибо. Чего опять фармхаус? Скажите, пожалуйста. А, только что крафтены уже были. Да. И чё? Почему у нас два деревянных подряд? Никогда не сдавайся, позорься до конца. Спасибо большое, служанка, или сердечко. На отличке. Выдыхаем, да, выдыхаем. Ты когда-нибудь спать ляжешь, а я сегодня спала нормально, хорошо, отлично прям. Спала так спала. Ой, это я не нажала? Простите. За лайки, спасибо большое, спасибо большое за лайки. А почему вы мне никто не сказал, что я не нажала? Я в чат пялюсь. Настя, а почему ты не сказала, что я не нажала? Почему я должна тебе говорить, что ты нажала? То, что я тебе говорю, когда ты не нажала. Неправда. Правда. Бариста? Адам. А Адам? Угу. Адам. Или за Адам? Адам. 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 Мы не будем делать, как делали тогда. Ох уж этот мой любимый дом. Виктор, спасибо тебе большое за реакцию. Спасибо никогда за женщину. Никогда не сдавайся, позорься до конца. Спасибо. Дай нам знак. Даже на сердечко. Не успели. Дай нам знак. Ты здесь? Дай знак. Здесь? Чё ты меня аж это прокоробило. Спасибо, Виктор, большое. Спасибо тебе большое. Привет, приветствую. Косточки, косточки. Где мои косточки? Косточки. Дай знак. Дай знак. Ты здесь? Ты здесь? Дай нам дай знак. Нам знак. Ты здесь? Ты здесь? Дай нам дай знак. Нам знак. Ты здесь? Ты здесь? Вот чё это... с ЕМП-то хожу, если они вообще не, типа ничего не кидают? Вот это Настя могёт. Мы такие вдвоем с температурой ходим, короче, в одной и той же комнате. При условии того, что мы уже говорили, что она багуется, если вы берете два термометра. Ну, мне нечего брать тогда. Андрей, зря мы это все добавили. Спокойно. Павел. Она вот здесь дверь, по-моему, потрогала. На втором. Сейчас я прибегу. Сейчас. Я включила свет. Которая, помнишь, правая комната была? Да. Я бегу. Правая? Ну вот это, да, по-моему. Сейчас. Ну, звук был. Я успею. Нет? Ага, не так. Значит, вот это? Ну какая-то дверь вот эти там была. Чё-то мне кажется, опять это говно в подвале в коридоре, ну хотя нет. Ну, здесь вот гараж. Нормально. Может, гараж? Я уже не успела, все, ладно. Объективно, я не успела просто. Привет! Привет всем, всем здравствуйте, всем привет, всем очень рада. Спасибо, что зашли, спасибо большое. А телевизор, кстати, если что, не является взаимодействием, поэтому... Фоткать смысла нет, да? Да, фоткать смысла нет. Ты зачем побибикал? Да вот просто. Пианинки просто нет. Тут еще гитарку, да, надо бы ему. Дай нам знак. Ты здесь? Кинь что-нибудь. Дай нам знак. О, 9 градусов. Где? А. Вот тут проходил, было 9. Вот здесь 10. Дай нам знак. Он в дверном проходе, походу. А вот не он кинул? А, нет, это просто... А вот нет. Он, скорее всего, кинул тетрадку. Я только что подходила, у меня нету тут ЕМП вообще. Вот здесь 9 градусов. Где? Кинь что-нибудь. Привет и передавать зачем? Мы играем. Давайте лучше игру обсуждать. Смотрите, как страшно. Здесь 8 градусов. Он коридорный. Я как-то прохожу, он улавливает где-то грим? 8, потом на 14 прыгает. Не судьба. Не все время же с гримом быть. А тут... О, 10 градусов в комнате есть. В какой? В этой? Тартарус. 8 градусов здесь, в коридоре ловит. Спасибо, Виктор, большое за лайки. Спасибо большое за лайки. О, 8 градусов. Непонятно. 9. В комнате? Ты здесь? Да. Здесь? Да. Дай знак.
Дай нам знак. А, потрогал дверь. Вот, все. Спасибо. Сколько? Пятерка? Двойка была. Какая пятерка? Господи. Вот, 2 градуса. Супер. Значит, будет минус. Вот это, выкинь нафиг. Не факт. Привет, Макс, привет. Нам нужен фонарик, да? Оставь запись в блокноте. Ну, много чего нужно. Они не всегда в туалете, поэтому нет. Настя, это мой родной брат-близнец, хорошо. А что вы ищете? Мы ищем улики. Призраков и приключения на жопу. Беги. Андрей, да. Возьмешь камеру? Я тоже с ручками. Или у тебя нет места? Я с ручками. Хорошо, нам нужен будет фонарь. Фиолетовый? Да. Нормального явления. Так, фиолетовый фонарик беру. Беру сольку, беру... Давай, Джонни, хорошо погулять. Распятие можешь взять? Нет, фотик возьму. Блин, на самом деле меня немножко смущает все вот это вот. Чего? Мне не нравится эта комната, потому что она слишком большая. Вот и куда мне теперь проектор еще вставлять? А, вот здесь вот зайку кинули, им померили? Нет, еще. Дай нам знак. Но она валялась, возможно, она. Ты здесь? Где здесь зайка? Что-то... Уже не успели. Дай нам знак. Так, короче. Сандра Джексон, дай нам знак. Дверь? Мы зайку сперли. Есть? Угу. Сандра Джексон, дай нам знак. Ой. Какая нарезка обосрашек? Она же была. На ютубе выложила. Вон, следы. А можно вас попросить, мои друзья, выключить свет в комнате? Ага. А, ты с фотиком? Все, свечу. Мои друзья меня слышат? Да, сейчас. Благодарю. Вон. У нас призрачный огонек. О, Оля, ты пропустила все. Да. Призрачный огонек. Я слышу. Сейчас еще покажу. Это не медвежонок, это зайка. Теперь точно призрак выбесится, поэтому мы сидим и смотрим проектор. Дай нам знак. То, что мы сперли с зайца. Ты здесь? Сандра Джексон. ДМП у вас валяется на полу. Не трогай дверь. О, пошел. Еще. Есть следы? Нет. Не вижу. Не наследил. Должны быть. В коридоре вот тут посмотрел, сюда мог выйти. Вот где-то провибрировал телефон, сфоткай его. Где он? Вот он. В коридоре нет. Да, максимальная сложность, кошмар. Проекторы. Чё ты ругаешься на мои проекторы, уло? Да не, видно было, Андрюх. Следов не видно. У вас атака, поздравляю. А, или ивент. Я вас вижу, поэтому теоретический ивент. А мне проекторы обратно вставить. Куда пошел? Я тебе вставлю с удовольствием проектор, Настюша. Нет, видно? В Umbrella я не работаю. У меня фотик, короче, это мигал, там видно? Ран, я вижу. Я что? Не вижу. Что вибрирует? А, ну так тень просто появилась. Вы видели это? Вы это видели, ребят? Останьтесь кто-нибудь один в комнате. Да вон там Андрюха был. Настя себе зайку принесла. Да. Не трогайте, пожалуйста, моего зайку. Он будет сидеть тут. Бариста, сей, лан, лен, лен, лен. Да. У нас теперь будет маленькая традиция. Я буду каждый эфир, каждую катку брать зайку и тащить себе. Так, а у нас так, есть только... Сейчас. Призрачный огонек и... Да. Минус? И ничего больше. А, минуса не было? Ждем лазер. Какие привычки, Сет? Лазер, я смотрю, давно, его, скорее всего, нет. Этот ран... Спасибо большое за подписки. Спасибо большое. Отсюда еще страшнее, кровать такая.
Там еще на кровати какая-то голова лежит. Угу. Отбежать от призрака, пока он находится, да? За вами. Да. Да не в тему! Паша, не в тему. Но страшно, но не в тему. Я, короче, выпью таблетки и пойду еще посмотрю что-нибудь. Пошла жара! Андрей, ты не будешь пить таблетки? Да, я уже в доме. А, здесь я знаю, по крайней мере, куда бежать, я знаю, куда прятаться. Привет, никотин. О, господи, всралась, думала, это лазер, а это не лазер, это Андрей. Ладно, 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 Свет, ладно, это хорошо. Это, смотрите, вот это традиция Андрея. Подойти к камере и показать жопу. Знакомьтесь. Это, ой, у меня сейчас хекнул, просто хекнул, просто хекнул, все хорошо. Помехи были, помехи. У меня была четверка. Все еще четверка. Тихо, не ори, не ори, не ори. Выключись, я тут съем бы. Я забыла. Какой-то очень активный призрак, конечно. Вопрос есть. Что? Оля, к тебе. А? Ой, ребят, все плохо. Андрей, он спавнится в тебе, ты его очень бесишь. Выйди отсюда, пойдем. Вопрос, я сейчас просмотрела опять. Прям на кровать не залезла. Да. Что хотел спросить? Когда у тебя были помехи, Оля, у нас сильно мерцали эти датчики внизу на полу? Не видно было. Помехи сплошные на экране, когда помехи. В принципе, все. Тикает. Привет всем, привет, все хорошо. Да, что, не ей не понравилось, что я на ее кровать залез? Да, ей не понравилось. И она нам рассудок... А, ну нет, хотя не очень сильно посадила. Хотя сотки до 90 за два появления... Никогда мало. Не сдавайся, позорься до конца. Мало половин. Но ее буква... Причем она очень сильно выбешивается, когда сидишь на кровати. И... Оля, возьми фонарь, пошли с нами. Да я взяла фонарь, я иду с вами. Ну нафиг, давайте в трейлер. Привет, это было из-за того, что это не атаки были две подряд. Да, она просто чекнула. На самом деле, проблема в том, что... Спасибо за розочку. Что там проблема происходит? В том, что это мы закрываем дверь. А как забегать тогда туда, чтобы прятаться? Ой, давай. Я слышала. Не-не-не. Что? Да, конечно, ты на ее кровати потоптался. Я бы тебя тоже киллю. Андрей, ты не вылетел? Нет. Я просто начал это... Алекс, спасибо за розочку. Посреди дороги остановился, да, улики начал ставить нормально. Ну ты молодец. Радио включил. Так, хорошо. Хорошо. У нас что? У нас остается минусовая температура, запись и лазерный проектор. Ну лазера нету, мы смотрели сколько, мы очень долго смотрели. Это не лазер. Ну, минуса вроде тоже нету. Записи? Не-не, мы не будем... Предложение. Возможно. Кто-нибудь один, останьтесь в темной комнате на кровати и позовите ее призрака. И что, нас ждет незабываемая ночь призрачная? Нет, спасибо. Нам Андрюха нужен живой, хватит ему помирать. Так вот, тупо то... Андрей, ты в доме? Тупо то, что призраки начали во время атаки закрывать двери в комнату, где они обитают. Потому что я, допустим, от этого еще быстрее путаюсь. Привет. А так раньше тоже было. Не всегда было. Я, видимо, в трейлере постоянно была в этот момент. Да, сколько я помню, я играю, они всегда закрывали дверь. Да? Ясно, понял. Не знал. Не знал. Так. И что тогда делаем? Надо третью улику искать. Но она нам не дает записи. Больше, не, пожалуйста, не вставай на ее кровать. Пойдем. Хорошо. Давайте, наверное, повесим... Ой, положим это... Я еще один блокнот положу. И надо, да, наверное... На кровать? На кровать? Ну, блокнот ей положить. Ага, сейчас сразу она мне атаку начнет устраивать. А ты положи, не вставай на кровать. Я положил на кровать. Бу, привет, привет. Какая-то она агрессивная стала. Туда. Ой. Нам надо переставить один из вот этих вот, наверное, вот сюда. Блин, Андрюх мешает. Наверное, вот сюда. Я там что-то видела или это мне показалось? Показалось. Ой. Минуса нету.
А я ЕМП забыл в машине. А зачем нам ЕМП? Дай нам знак. Напиши запись в блокноте. ЕМП может быть разве? Нет. Ну вот. Я пошла лазер смотреть, я же их переставила. Поставь запись в блокноте. А на кровать нельзя было лазер поставить? А, фу, Павел. А нам на кровать не надо, по сути. На кровати она просто агрится, что типа это... Ей не нравится, что Андрей туда встает. Она там не спавнится. Хотя она заспавнилась прям в нем. Андрей, зачем ты встал? Чтобы тебе устроить попа боль. Я всегда ночью встаю, посыпаюсь. Я текаю с городу. Библиотека, а не кровать с призраком, простите. Встаньте на кровать посмотреть на призрака, а там не будет видно. Если он заспавнится в тебе, то он просто тебя грохнет. Угу. Оставь запись. Мы ничего не успеем посмотреть. Дай нам знак. Смотрите, ребят. Да. Как ваше дело? Все хорошо. Юра, привет, привет. Ой, что там у Насти с лазерами? Лазер я не вижу, к сожалению. Юр, спасибо тебе большое за подарочки, спасибо тебе большое. Смысл на входы лазер, если она спавнится не там? Она, кстати... Ой, прости, Настя. Она может спавниться? Что это значит? Вай, почему? За что? Какого фига? Она сказала вай? Она сказала вай. Видимо, ей очень не нравится то, что мы вообще пришли сюда. Спасибо, Роман, за сердечко в руках. Спасибо большое, приветик. И, Вань, спасибо за тепло. Слушай, а переставь лазер к кровати. Там, помнишь, где она появилась? Может, сюда поставить, ну, ближе к нам. Там призрачный огонек, видишь, где? А, ну, вот тот лазер, который убрал Андрюха, там был призрачный огонек. Вон, видишь, где он вообще? Да-да-да, вижу. Ну, просто она здесь вот появлялась. Здесь ее, посмотри, сфоткала по снимкам. Дай нам знак. Ну. Дай... Спасибо большое за лайки. Ну, ладно, я понял. Она отвечает очень активно. Она прям каждый вопрос нам отвечает. Кто-то у нас очень это разговорчивый. А кто у нас Мара, Юка и Андрю? Мара. Заработала. Павел, спасибо за подарок. У нас... нет. Не знаю. Ой, Роман, привет. Спасибо за пончик тебе. Спасибо тебе большое. Андрю. Не, вот призрачный огонек над кроватью как раз летает. А не чуть дальше, разве? Такое да ощущение, нету, что он прям большой, над ним. Он большой, близко прям. А вот тут начал летать, подождите, как это? Почему? Иван, спасибо тебе за ручку большую, спасибо большое за ручку. Ничего не понятно. Она сменила призрачный огонек. Налево, он справа летал, теперь слева летает. Да-да-да, я про то же. А такое хоть раз у нас было? Она наконец-то слезла с кровати, что ли, проснулась? Дурь такая. Спасибо большое за лайки, спасибо большое за лайки. За вашу поддержку, за то, что приходите. У нас никогда нету лазера, давайте не смотреть правде в глаза. Не позорься до конца. Угу. Ни так нет, ни сяк нет. Спасибо. Ладно. Я думаю, что это могут быть все-таки записи, но мы их не получили, это может быть Мара. Убираю тогда лазерный проектор. Пойду посмотрю температуру и записи еще раз. Если нету, то ставлю записи. Записи. Да. Интересно так наблюдать, ребят. Очень. Нравится тебе, да? Да. Мне тоже нравилось. Пока ты ничего мне. Атака? Так он же вылез за дверь. Я а что случилось-то? На радио включила, а там голоса начались. С тобой сходить? Да нет, сейчас я радио найду это. Подожди, голоса в радио? Они есть у нас? Да. Они добавили спецэффект. У тебя 27%, может ты выйдешь таблетки, хоть хряпнешь? Нет, ну вы... Нет, вы это. Видим. Она тебя активно ждет. Че, не хочешь температуру уже проверять? Она просто встала, такая довольная, и пошла умываться. Шо, да, шо да, 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 все хорошо у него. У нее. Ребят, как будто телек в телеке смотрим. Ну, прекрасно же. Так, давай без туалета. Ты же всегда ходишь, когда тебя зовут призраки в комнаты. Она нас зовет. Где вот это вот? Она меня зовет, я пошел туда. Подожди, если она открыла дверь сюда, причем два раза только что она потрогала.
Она сменила комнату? Не там, в комнате, да. Господи. Она сменила. Нет, она не сменила, она все еще в той комнате. Да, все еще фонарит. И опять она переместилась с этим, с призрачным огоньком. Что за призрак такой? Призрак на прокачку, да. Смотрю на экран, как смотрит на экран. Да. Влепил стикер, короче. Вот. Прикрыли Андрюху. Похолодай мне. Похолодай мне. Похолодай мне. Увези меня в тундру. Увезу тебя в тундру, увезу к себе. Оставь запись в блокноте. Вот хочешь и молчишь. Хочешь и молчишь. Сделай ему холодно. Пожалуйста. 0,9. Холоднее, еще холоднее. А кто выключил весь свет в доме? Она? Она, да. А кто еще? А почему пустая эта дверь-то, слышь? Спасибо большое за лайки. Ребят, меня на предыдущую катку испугали. Я в следующую буду активно ходить. Простите, пожалуйста. Я сейчас просто чилю. Я все-таки за записи и пойдем, потому что мы можем тут до бесконечности бегать. Это да. Или Андрюха сейчас как обычно... Есть. Минус? Чё? Запись? А вы не видите? Нет. Запись я ставил. Ты сфоткал? Нету фоточку. Ну ладно, фиг с ним. Как бы. Я говорю, Мара. У нас там, по-моему, фоток уже нормально. Угу. У нас Мара. Кто там говорил за лазер? Хорошо, хорошо. Чего? Ой, я не дождалась Андрея, такая, что не нажимается? Хорошо, что стол, что голова прошла. Всем привет. А мы уезжаем с Зайкой. А сейчас Зайка пропадет. Нет! Нет! А вот он. Здрасте. Зайка. Это мой Зайка. Андрей, у тебя проблем? Хочешь подраться? Он подумал, что это ты ему, и он доволен просто был. Найс! Но я люблю ходить к этому призраку, ребят, обожаю. Просто. Спасибо большое за неваляшку, спасибо. И вот это, привет. А так нет, а так есть, а так нет, а так Близдейл. Нет. А так не было, только пугал. Знаете, что я придумала? Гениальная идея. Хотите услышать? Да, только можно мне 25 секунд? Да, можно, я пока расскажу гениальную идею. Мы можем на следующий эфир, не на этот, сделать колесо такое, типа, знаешь, рандомное. Вбить все дома в него, их, слава богу, не так много. И колесо будет само решать, типа, в какой дом мы поедем. Знаю, да, можно. Как вам? Нормально? Мне кажется, да. Есть еще такие стрим-колесики. Ну, да, я про это. Ну, прикольно же. И нам не надо будет париться каждый раз, в какой дом идти. Рандом для нас, для вас, классно. Ты понимаешь, что мы зажахаемся по тюрьмам ходить, потому что так оно и будет, потому что мы... Мы только дома вобьем. Я тут. И школу можно вбить. Да, и школу можно вбить. Хорошая идея. Это отлично. Вот. Так что на следующий, я думаю, стрим можно будет колесо сделать. И назвать стрим под колесами. Нет. Поле чудес. Поле чудес, да. Крутите барабан. Вот это вот начнется. Зефирка, а 10к ауры это на режим пения? А давайте договоримся, что режим пения включать, когда я буду одна с вами играть, чтобы меня Андрюха с Настюхой не всирались и ненавидели меня после эфира за мой вот этот вокал. Нет, наоборот, только когда мы здесь. А, Андрюха. Говори за себя, хотела сказать Настю, но не стала, чтобы меня не обидеть. Да нет. А что я сделал? Ничего, ты просто слишком инициативный, я так скажу. А? Ничего, ничего. Надо было посмотреть, где у нас щиток. На втором? Ой, на крыше. Дай знак. Ты здесь? Дай нам знак. Я за Олей пойду. Нам нравится пение. Нам тоже. Следующий стрим в тюрьме. Блин, ужасно звучит. Роман, спасибо большое за Мишку. Спасибо большое, спасибо. А ты шла за мной, а больше не идешь за мной. А почему ты больше не идешь? Я пошла проверить, свет есть ли у меня. Я тут. А с тобой. Я теперь буду сходить только с тобой, Зай. Свет включили, Зай? Да. Хорошо, Зай. Опа! Чё?
Не могу взять. Я за тобой вернусь. Я могу сделать так для тебя, Настя. Вот, я взяла. О! Мы идем в трейлер. Песня в тюрьме, да, у нас будет шансон. Да, я не говорю, что Оля плохо поет, ребята. Вы чего за меня додумываете? Я просто сказала, ой, Андрюха. Нет, на самом деле, ребята, Иван, спасибо за ручку, просто поумирали, когда в прошлый раз мне надо было говорить короче в течение 5 минут, да. Короче. Это была жесть. Это было, да. Спасибо большое, Роман. Спасибо тебе за цветочек и за пандочку. Спасибо. На тебе. Ой. Спасибо, на спасибо. Тебе. Мы вместе, мы команда, мы принесли мне мишку. Роман, Dream спасибо team! За мороженое. А? Я говорю, Dream Team. А, Dream Team, да. Спасибо большое. За сердце. У меня 5 градусов. Где? На втором этаже? Да, где красная шляпа. Сейчас приду. Чего? Красная шляпа. Ты можешь давать ориентиры какие-то более... Не такие сраты, короче. Люлька и красная шляпа перед кроватью. И по-твоему, как мы должны были это узнать? Дай нам знак. Ты здесь? Красная шляпа, это про меня сейчас, простите. А ты сфоткала куклу, вот Дуду? Песня «Владимирский Централ» в тюрьме, если что, норм будет. Во-во-во. Что за игра «Фасмофобия»? Ты здесь? Я, да, почти пришла. А не тебе. Вот. А где буду? Так, Андрей, смотри, я тебе кидаю ЕМП тут. И бегу за остальным. Я с камерой. Еще зайка! Ну-ка, подождите. Ну-ка, подождите. Мне Юра сказал, что есть еще зайка. Тут медведь где на зайка? Стуле сидит. А, медведь. Не, медведь нам не надо. Что ты мигаешь? Что он тут мигает? А, нет, еще зайка. Юра прав. Дай нам знак. А я зайца забрала. Дай нам знак. Простите. Но мы бежим с зайцем. Так, короче, на фонарик один. Фонарик ты здесь, здесь? Я ушла. Мне нравится, мы просто Андрею все скидываем и такие, мы ушли. Я принесла твоего брата. Ну а? Тык-тык. Тут видишь, что полезно? Нет. Джага-джага. Если медведь не ценит, ну да. Но он для нас шутка какая-то, видимо. Я оценю, Миша. У нас призрачный огонек, ребят. О, это хорошо. О, это хорошо. Нихауня. Мне все еще иногда кажется, когда Андрей так говорит, что типа он... Да. Хорошо, что я это заметила не в доме, поэтому... Ну нет, стой. Стой, ой. Капитан. А я его дикость бью, да. Нихауня. Дай нам знак. Это позорно, надо убрать это задание. Ты здесь? Забрала зайца и бегом в трейлер, да. Я не знаю, не хочу мишку, они тут страшненькие какие-то. Так, я знаю, где призрачный огонек. Стой на месте, пожалуйста, если что, я буду за тобой бежать. Опа! Опа! Дай мне знак. Юбер. А медведя нет! Оля! А? Скажи мне, что ты забрала медведя. Нет. У нас проектор, у нас проектор! Я его видела буквально вот так! Призрачный огонек и проектор? Да. Я не буду стоять ждать, извините. МП отпечатки минус радио. Я сейчас так встралась. Вы видели проектор? Скажите, что вы тоже видели у меня на эфире проектор. А просадка прикольная по мозгам идет. Ну ладно. Просадка идет? Ну да, прикольная просадка. Никогда не сдавайся, посорься до конца. Ты здесь? Так, а что, у нас сильно мозга просела? Ну так, она прилично проседает. Но мы особо не были в доме, но она прилично проседает. Проектор это лазерная сетка. Ну вообще нет, Андрюха там стоит все это время, у него 66. Ну вот, я и говорю. Так. Хотя... Ну то есть обычно не так сильно. А где мой фонарик? Обычный. Вот. Угу. Давайте смотреть тогда так. Я не буду просить их выключить свет. Да ёпарасоте, это твою дичь! Видели справа? Справа видели? От движения, да, было. Я на эфире спрашиваю. Просто у меня справа датчик движения. Вот, видите, он лежит. Я обосралась. Спасибо, Роман, за цветок. Андрей. У меня есть чат. Походи, пожалуйста, дай нам знак. Мне страшно. Ты умеешь быстро дверь открывать? Я нет.
Я тоже. А. А, это только у меня, да? Вон он бежит, бегает. Бегает он, да. Нет, да в смысле здесь, нет, вот на нас побежал, мы ничего... Да почему вам не видно, скажите, пожалуйста. Хорошо, Игорь, спасибо. Дай нам знак. Ой, а там что-то началось. Где ты? Где оно? За шторкой было, наверное. А, ну я не успел сфоткать. Ладно, мы идем туда смотреть, хорошо. Мне что-нибудь с собой взять, есть? Ребят? Есть, было. Я взяла с собой еще одну. Еще просто пробежала. Как обычно, я не могу найти сразу ЕМП и все просираю. Умирать так с песней. Сейчас видео. Вот, хорошо, что видели. Где она? Значит, я сейчас уже второе принесу ЕМП, он все первое не найдет. О, стоит. Где кинул? Он реально знает, куда звуки он нажать. Он походил. Вот, свет, вот. Не хочет. Вон он бегает, видишь? Бляха! Вот еще. Вот еще. Все, у меня нет. Дай мне е. Да твою! Где? ЕМП, да, тут. Двойка. Так. Минусовая радио. Зайца взяла. Попал как снайпер и доволен сидит. Андрей, я ненавижу просто нас за тот звук, который резкий, всратый дрынь, помнишь? Дрынь? Угу. Я с крестом сейчас приду. Это какие у нас вообще улики добавить, да? Угу. Извини. У нас призрачный огонек и проектор. Я знаю, какие у нас улики есть. Я спросила, какие могут быть еще. А, радиоприемник минус ЕМП отпечатки. Понял. Дай нам знак. И выбежал оттуда. А ты куда? Почему ты выбежал? Просто перерегистрировал себя в комнате. Вы видели, оно в окно убежало, да? Да, я видел. А, ЕМП у меня в руках, оказывается, все это время. Уберите дрынь, добавь. Что происходит? Атака. А, атака? Это точно атака? Не знаю, но проверять не хочу. Да. Ну чё? Без понятия. Я не знаю, как теперь понимать, атака кончилась или нет, потому что радио всегда нормально работает. Рация. Ой! Вот это мы молодцы! Просто вылетели. Хорошо, что убежали. Я так понял, атака кончилась. Да. Если ты слышал, что мы счастливы, да. Пошла, шара! Ну что, мы пережили атаку, это было хорошо. Оля, в следующий раз... Ой, у Андрея вообще 9. Оля, в следующий раз прячься за дверьми. Знаешь, даже любой призрак, если и найдет меня, он просто такой... Ты дура? Я тебя ничего трогать не буду. Чё ты тут сидишь, женщина? Я только что хапанула по таблеток и забыла про вот это, ну и ладно. Я верну, хорошо, I love you. Я просто думала, оно никому нафиг не нужно, я его убрала. Это очень приятно. Я сейчас заплачу. Нет, я заплачу. А, я-то как плачу каждый раз. А больше всего мне было страшно, потому что я сижу, смотрю в проход, поворачиваю взгляд налево, а там Настя за дверью такая скуксилась сидит. Вообще, честно говоря, мне кажется, что это похоже немножко на Юрея, судя по тому, как у нас мозга просела. И нам нужно минусовую температуру. Минусовая для Юрея? Да. Ой, фух. Давайте чуть-чуть понаблюдаем. Смотрите, ходит Андрей. Ну, у нас тут 18 градусов. 20. А он мог уйти? Мог. Оля, там есть до сих пор призрачный огонек или призрак? Сейчас посмотрим. Или призрак есть вообще?
Призрачный огонек вроде летает. Либо это у меня в глазах бельмо летает. Нет, летает. Сейчас. А что светло? Я, короче, хотела быть очень смелой, потом передумала. Летает, я вижу его. Ну, проектор пробежался. А, три градуса, ладно, есть. А, собственно, кому нужна наша смелость? Что? Фу, топнула. Смотри, я мишек сюда принесла тебе. Я видео просила. О, еще мишек принесла. Смотрите, сколько мишек у нас. Это хорошо, это очень хорошо. У нас есть мишки. И у нас есть Андрюх, который там ходит. Так, а где я им повыкинул? Да, он там ходит. И, кстати, огонек видно и так? Без Потому окна. Что туман. А-а-а. Только всрато еле-еле, да? Я просто думала, если честно, большое. Что у меня это в глазах побелело и пятна пошли, знаешь, от волнения. Дай мне знак. Так, видишь, вообще ничего не видно, по сути. Ты старый? Мне в чатике пишут, нужна минусовая, приезжайте ко мне, на улице этого минуса завались. У меня у самого этого минуса завались, если на улице. Дай мне знак. Все схватило, ребят. Меня немножко напрягает, Оля, ты сюда принесла этот распятие? Да. Ты здесь? А почему у нас сюда так пошло? Не знаю, не туда кинула. Или оно сгорело? Ты что, говори со мной. Андрюха, распятие у нас горело? Я не знаю, не вижу его вообще тут. Ну смотри, одно здесь, значит, одно я там кинула. Оно должно под ногами на ковре лежать. Ковер такой стрёмный, что я ничего на нем не вижу вообще. Не, нету. Якс, хочу минус. Я только постоянно проекцию вижу, слишком часто я ее вижу. Очень много я ее вижу. Отпечаток он мне оставлять не хочет. Пора. Привет, я к тебе. Минусу нету. А что еще может быть? ЕМП. ЕМП на атаке было 4, поэтому это точно не ЕМП, я его вычеркиваю. Я на атаке тоже 4 видел. Активно бегает, скажите, ребят. Сейчас я чуть-чуть посижу в вагончике, поболтаю с ребятами. Я вот здесь стою, я его уже раз 20 увидел, пока стоял. Ну, типа, видел его? Наблюдаем за Андреем. Ну, да. Тем временем. Андрей, ой, Оль, скажи, чего у Андрея по мозгам? 51. У тебя 88. Кто у нас просаживает так? Дай мне Юрей. Юрей? Да. Скажи что-нибудь. А для Юрея минус нужен, говоришь? Минус нужен. Но была атака, а минуса нет. Да. Дай мне знак. Не уходите со стрима, здесь же красивая девочка. Да нет. Я сейчас сама, кстати, отойду. Балакай что-нибудь. Если вы не против. Дай мне знак. Украинская мова пошла. Ты где? Здесь? Ты жив? Да, фазмофобия. Игра называется. Скажи что-нибудь. Если что, мы с вами защищены. Андрей не совсем. А Кристи, правда, где? Вот Андрей смотрит, а я его не вижу. Он слева, что ли, там, от следа? Вот это, не крест. А где крест? Странно. Не знаю, я крест, я говорю, я посмотрел, я не увидел креста вообще. Может, он свой текстур? Проекцию вижу. Может, он правда? Чё с ИМП? Ребят, кто помнит, ты кидал крест там? А, пятерка. Пятерка у нас? Да. Райдзю. Настя! Я свет не включала. Почему на атаке тогда не... Ну ладно. Странно какая-то фигня с этим Рейдзю. Давайте сожжем благовоние за наше здоровье. В вагоне? Да. На благовоние вам. Все. Рейдзю, и это ой, неплохо. Не зажгла. Нет! Ребят, мне нужно на... прям очень часто бегать. Пару минут отойти. Давай, буквально. Я вас оставлю с чатиком. Свой микрофон пока выключу. Все, я отойду. Давай, да. Давай, да. Ridge Wife Roadhouse. Следующая карта у нас. А это что за дом? Двухэтажный? А, по-моему, двухэтажный, да. У тебя же там есть описание домов. Да я никогда не читаю. Ну, посмотрю, но все равно все время. Сколько лестниц, сколько этажей? 16 стен, 3 лестницы. Значит, с подвалом. Да. Да. Спасибо за лайки. Давно игра началась. Какая именно? В принципе, игра, да. Сколько? Уже час. Да, уже час. А это катка.
только начинается. Главное, чтобы не убил кого? Нас никогда не убивают. Да, Андрей. Что было? Это было давно и неправда. Мы не помним, значит, не было. Спасибо большое за лайки, спасибо. Андрюха, он пробежал возле тебя, он пробежал возле тебя. Да я видел, я обосрался. Ой, боже мой. Андрей, который общается с чатом, это бесценно. Когда он еще с вами пообщается? Задавайте Андрею вопросы. Когда начали играть, где-то часик назад. Всем где-то привет. Час назад. Серж, здравствуй. Серж, привет. Уже час играете, да. Уже целый час играем. Спасибо, Виктор, большое за гантельку, и за мороженку, и за пандочку, и за цветочек. Спасибо большое, Виктор. За цветочек. Никогда не сдавайся, позорься до конца. Да. Цветочек у меня был только что. Вот у тебя был цветочек? У меня был. Димитар, спасибо за то, что жмякнул на сердечко. С нами он не общается. Но с вами я зато общаюсь. Я же, наверное, лучше Андрея. В своем чате. Я примерно знаю, какое лицо у него было. Знаешь, типа, мать, ты еще попутала. Сколько играть будете? Не знаю, думаю, еще дома 2-3, потому что ребята потом еще пойдут играть без меня, как всегда. Но ничего, я переживу. Алло, а завтра мы добивать будем с тобой игру. Не надо тут это прибедняться, женщина. Сегодня я могу поприбедняться немножко? Чуть-чуть. Даю добро. Все. А завтра я буду. Да, завтра ты будешь. Все, спасибо, спасибо всем. Ну что, мы готовы, мы идем? Почему только я готова? А, я забыла. С каких пор только я тут готова и сижу? Ой, я даже про вас, про вебку забыла, простите, ребят. Бурьян, тут, я бурьян. Песенка такая была в Турции, вспомнил. Блин. Ага, хотела подлить воду, все, я к этому невнимательна. Обидочка закралась на сегодня. Да, небольшая. Чутка. Нет, шучу на самом деле, не обижайся. Я пойду смотреть дораму. Дорама — это тоже класс. Кто там, что там ссорится на Твиче? Чё, как, кто кого булит? Будьте нежно, пожалуйста. Это как? Спасибо за банкурочку. Кстати, надо будет ее найти, я не помню, куда я банкурочку делала. Это звучит как банкай. Я готов, я готов, я готов, я заряженно готов. О-о! Все. Я буду фоткать, ничего не буду измерять. И вообще. Ничего. А здесь это работает, нет? Здесь эта штука не работает? Нет. А, это мой любимый дом. Юр, спасибо, что был. Пока. Удачно дела закончить. Здесь эта штука не работает. Мы помним, что вот эта хрень не та хрень, которая нам нужна, а вот эта хрень та хрень, которая нам нужна. Это мой день, любимый дом. Хорошо, настроение, спасибо. А где здесь щиток внизу? Щиток, да? Щиток? Щиток внизу должен. Кстати, Андрей, что ты у меня сегодня вот это вот? Моя первая игра в Фасмофобию произошла в VR в деревянном доме. Вы не представляете, как сильно я всралась, как сильно я заорала, как сильно мне было плохо. Или в гараже. Андрей, он вот тут, ты куда пошел? Барн Фандерс я буду проходить, скорее всего, послезавтра. В понедельник перед эфиром с ребятами. Где моя косточка? Вот, Барт Фандерс еще не прошла до конца. Серж, привет. Здравствуй тебе, Серж. О, мой гараж. Помню тот дом, этот дом в тот включатель? Да. Все мы его помним. Смысле, дай знак. В смысле заставлено? Алло. Это маньяк, простите. Угу. Я бегу, знаю. Я бегу. Это опять дай нужно. Тебе смешно? Что это да, было? Вот это вот. А, это у меня было. Не-не-не, режим пения не надо, ребят. Сейчас правда не надо. А я тут ждала лестницу, ее тут нет. Она нет, только сейчас вы можете его использовать. Не надо. По-любому где-нибудь на втором этаже. По-любому какой-нибудь коридор на втором этаже или радио. Я тут свет включаю везде. Здесь? Где моя косточка? Я хочу косты. О, привет. Я все боюсь увидеть доску Уиджи. Честно слово, боюсь. Дай, у меня с этим домом плохие ассоциации.
сюда, наверное, дальняя левая комната будет. А это туалет? Да. Заметил, я с тобой хожу. Это, по-моему, я с тобой хожу. А, да. А, то есть я хожу за Андреем, получается, а ты за мной. Дай нам знак, кинь что-нибудь, позвони, включи свет. Вань, привет. Ты здесь? I'm close. Скажи мне это. Паш. Так, что-то ничего не видно. Дай знак. Базилий. Простите. Что ты кричишь? Все хорошо. Спасибо. А, подожди. Шифанга. Большое. Я ненавижу это. А это он помигал светом? Или кто? Дай мне знак, здесь ты или нет. Свет включи, выключи. Свет. Мы знака подождем. Что-то все запинаются. Свет. Мы знака. Что по мне ползет? Фу! Это Андрей. Все хорошо. Нет, по мне таракан в реале полз какой-то. А, ой. С крыльями. Маленькая мошка. Просто она орёт, что ко мне ползет, а тут ты в этот момент к ней идешь прямо. Я ей говорю, это Андрей, все хорошо, не переживай. Ну, она же говорит, таракан какой-то. Ну, я ей говорю, да. Ну, Андрей, дай нам знак. Кинь что-нибудь. Следующего таракана, Андрей, я назову в твою честь. Хочешь? Кинь что-нибудь. Так мило. Да, да. Они со мной обычно долго. Кинь что-нибудь, дай нам знак. Да, господи. Дай нам знак. Ну или не давай. Спасибо, Вань, большое за подарочек. Спасибо. Дай нам знак. Спасибо за лайки вам. Кинь что-нибудь. Так, ну кинь вот здесь 12 градусов на лестнице было. Дай нам знак. На лестнице? Потрогай дверь. Ой, куревом запахло. Нет, не я. Не я. Ну и не я уж точно. Нет, к счастью, так, это не побук, я бы вырубила стрим, ребят. Всем пока, кто уходит, всем пока. Спасибо, что были. Короче, это единственное холодное. А у нас атака, у нас атака, у нас атака, у нас... А, нет, это ивент. Это ивент, куда побежали. Он пятерка появился там. ЕСП. Он появился где, вот здесь, да? Наверное, скорее всего. Нет, там... Он закрывает... Опять пятерка. А, ну вот, он вот эту дверь потрогал. Отпечатков я не вижу. Вот здесь десятка. А, нет. Вот у нас была, если что, пятерка ЕМП, мне надо это обдумать и поставить доказательства. Вот здесь вот 9 градусов. Ты здесь? Я пошла подумаю. Ахилл, привет. Там. Дай нам знак. Спасибо, Роман, за два пончика. Спасибо. Привет, Ахилл. Я чувак, один остался. Ребят, кто... Я просто смотрю вдали, там два тела уходят. Ребята, кто всрался, плюсик в чат от стука. Дай нам знак. А, свечка. Самое тупое, я зажгу. А, хорошо. Есть радиоприемник? Возьми с собой. Распятие, свеча. Так, это я взяла, лазер взяла. Остается записи, минус и лазерный проектор. Дух близнецы Мираж, я классно. Я камеру подготовила, но не взяла. Лазерный проектор у нас еще нужен? Лазерный проектор, записи и минус. Оль, ты взяла проектор? Да. Андрей, возьмешь камеру? Да, я всегда с собой беру видеокамеру. Так, надо еще второй проектор, мне кажется. Кухня большая, я не из пугливых, я резик проходил. Резидент, он не особо страшный, честно ходиком. Говоря. Резик вообще для детей. Плюс, плюс, минус. Ты здесь? Резик, да. Даже я резик ну, не боюсь. Ну, вы у меня на Твиче, это я знаю. Вы наоборот, спонсоры вот этих всех обсирательств. Дай мне знак. Так что... Скажи что-нибудь. Слышите, он с улыбкой это говорит. Он заигрывает с призраком. Поэтому он ему отвечает, а нам нету. Да. Он ходит. Освети, свети. Давай. Даю. Еще освети. Еще. Где? А, вижу. Пропали. Нет, не вижу. Что, кто хихикает? А, вижу, слышу. Спасибо, Твич. Да. Блин, всралась. Нет, вышла. Спасибо большое за лайки. Ты здесь? Оля боится. Оля, да.
Почему она кричит, я бы сказал. Почему она хихикает? Почему что это? Она? Это что было сейчас? У меня стикер хихикает. Микроволновка? Призрак хочет жрать? Это микроволновка, Крисёна. Так, а что я смотрю? У нас какие вообще могут быть дух, мираж, близнецы? У нас, по-моему, такое уже было сегодня. А что у нас вообще есть? Записи у в блокноте. Радиоприёмник, ЕМП. Ой. Минусовая. Так. Дай нам знак. Ой, он выключил свет. Ну что ж ты? ЕМП у нас есть? Проверь. А, ну хотя... ЕМП, да, пятерка у нас. Ой, мне не нравится, что у нас может быть мюллинг. Мюллинг у нас не может быть. Мне нравится, что да? Я сейчас подойду, и он... У нас еще радиоприемник. А. Ты все пропустила? А, да. Я записи в блокноте указала, простите. Записи в блокноте я несу. Оль, пойдем со мной? Куда? В подвал. Зачем? А, свет? Пойдем. Спасибо, Вань, большое за тикточек. Ну, а мы постоим, подождем. Никогда не сдавайся, позорься до конца. Они все смотрите, он, они вместе пошли, короче, в подвал, а меня даже не позвали. А ты на улице была? Могла бы быть с вами. Дай нам знак. Он тут опять походил, а мы пропустили. Он не при мне ходил, если что. Да. Так. Спасибо большое за лайки. Проектор. Записи в блокноте, минусовая температура. А где у нас есть вот этот термометр? Нет, два термометра почему-то у нас в этом, я несу. Маришка, нет. Не, вот, есть. Хорошо. У меня тень просто. А почему еще два у нас тогда? Минус. Минус? Минус? Да. Близнецы? Да. Ясно. Вы же мои хорошие. Вот вам фонарик, вот вам фотик. До свидания. Но, как говорится, вот и все. Ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Это было бесплатно? Вы поставили близнецы? Да. Оль. Угу. Репортер 2 еще никто не играл. Пока, Вероничка. Неплохо, спасибо, неплохо. Что была. Может, в тюрьму? Нет, сегодня в тюрьму не пойдем. Я думаю, что это уже последний дом будет, да, ребят? Наверное, да. Вам же потом нужен будет еще перерыв, я так понимаю? Ну да, небольшой, наверное. Ну вот, и как раз в 8 чуть позже начнете. Готово! Чтоб просто слишком поздно не начинать, потому что все равно же все будут спать потом. Я пошел Resident Evil 7 VR проходить, у меня 0-0. Я один дома. Удачи тебе, друг. Я за тебя держу свой кулак. Верный кулак. Это прям, я вспомнил этот фильм 40-летний. Тот самый. Свеча, сфотографировать призрака. Ой, опять этот дом. ЭМП. Ладно. Типа нет, дом прикольный, но меня тут убил ивент неивентный. Дай нам... А. Пока рано, да? А. А. Да. Кинь что-нибудь. С каких пор Настя такая смелая? Кто-то знает вообще? Нет? Нету тут щитка. Нету. Ты просто долго отдыхала и такая довольная. Дяга. Так, кто открыл эту дверь? Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Подождите. Все отвисло. Так, а где у нас щиток? Ой, а где щиток? Где-то тут дверца открылась. Где? На втором этаже, по-моему. Я бегу. Спокойно, не ори. Меня не пугай. Прости, солнце. Где-то на втором этаже у меня тут это... Надо бы щиток найти. Ну, походу, не успели. Щиток может быть в прачечной. Грязная, а, вот эта дверца, вот эта. Грязная вода. Какая? Дайте. Двойка на грязной воде. Но это ни о чем. Тут 8 градусов. Вот эту дверцу потрогал, походу. О, у нас отпечаток пальцев! Оля. Сколько пальцев?
А-о-о-о-о-о-о. И тут мало 5. Температуры. Угу. Все, тогда мы тут оставляем все, получается. Да. Он ботинок кинул, ботинок вот. Где? ЕМП внизу. Угу. Фотик я оставляю тут. Тройка ЕМП. Так, ботинок на место. Это я оставляю тоже фотик. Ой, свет включи какой-нибудь в коридоре. Так, мы нет, у нас включили. Щитка еще. Андрей, пойдем со мной за щитком, пожалуйста. Господи, напугали. Вот, смотри. Я на ощупь иду, ребят. На. А, это кость. Оль, кость в туалете внизу. Угу. Тут щиток. Нет щитка. Где щиток? А ты свечу взяла, поставила там? Настя, он в подвале. В смысле в подвале? Я там все смотрела. Ребята, плюс человек, кто видел, что я все смотрела. Я включил. Спасибо. Так, я возьму камень. Ничего мне не говори, ясно? Где, да. Где кость ты говорила? В туалете, вот в туалете, прямо и налево. На кухне. Направо и налево, чё? Прямо и налево. Прямо и налево. Дальше, никогда налево. Никогда не сдавайся, позорься до конца. Большой такой кость, ой-ой-ой. Так, беру фотик. Ты идёшь со мной? Да, конечно. Только свет не включ... А, у тебя есть фонарик, можешь не включать свет. Нет, надо включить. Ну там же есть дальше свет. И чё? Так, ладно, вот здесь в комнате, где свет, вот он. Не надо здесь в комнате, я же ставлю проектор. А я с камерой пришла, как я говорила, Андрей меня, конечно, услышал насчет того, что я с камерой. И не брал камеру еще одну лишнюю. А нам вторая в туалет надо поставить, там тоже мало температуры, и там грязная вода была. Спасибо большое за лайк. Ой, ну ладно, ты... Ой, а у нас вообще была девятка только, ой, десятка только что. Убедил. Допустим, меня. Ну в туалете, ну. Ну ладно. Я тоже не вижу. В туалете просто еще холоднее. Тут 1 градус. Фу, Б на тебя! Тут 8 градусов, а тут 0,4. А у меня больше нет соли, я посолила, что могла. О, свети, свети фонарем! У тебя есть фонарь? Свети! Свети, ходит! Ходит от души! Вот, вот, вот. Вот еще. Ой, пошел срать, смотрите. Я не то сделал. Опа. Да не... Ладно. Бляха. О! У них, походу, типа атаки. Так, я мышку испортил. Нет, это просто он появился. Винтик? Да. Во, мышку починил. Так. Я проектор сейчас увидел, мне показалось. Не знаю, я как раз ушла с той камеры. Мне показалось, возможно. Спасибо большое за лайк. Так, у нас есть отпечаток, да? И еще. Да, отпечаток всё. Есть. И а все, да. А ты свечу там поставила, нет? Кто я? Да. Или ты на прошлой катке брала свечу? Я на прошлой катке брала свечу. На это нет. МП3. Так, ты... Я проектор не вижу. Толчковый призрак. Он в толчке? Он в толчке все-таки? Не знаю, температура и там маленькая. И он туда ходил причем. Тогда я беру проектор и еще в толчок несу. Да, мы играем на 0.1, как Андрей. И что? И что? Потуши и свечу. Что? Мы на 0.1. Яркость 0.1. Внимание, это не учебная тревога. Яркость 0.1. Толчок это вот это? Я не вижу сейчас свет следов. Идем смотреть теперь толчок. Я тоже не вижу следов. Потуши свечу. Это не атака, это не атака, это не атака, не атака. От этого страшнее, не менее страшнее. От этого страшнее, не менее страшнее. Я просто бежала, я хотела прятаться и орала, что это не атака. О, он в ванной, он в ванной. Вы видите его? Мы видим его. Это атака? Нет. Ой, как... Видели его в... Как по таймингам попали. Я не видела, я только боялась, Настя. Но я рада, что ты его видела. Что за игра, это фосмофобия? Прям вот тут стоял жопой, голожопик, голожопик. Вы видели голожопика? Я видела голожопика. О, Сома. Чат.
А, у меня нет сил больше. Я сейчас просто немножко не понял. Я забыл выключить ОБС-ку перед тем, как начал играть, и мне пришло уведомление, что тут подписался. Поэтому... Боже мой, что я только что хотела сделать? Андрей мне говорит, ну, типа, нам говорит, типа, я не выключил ОБС-ку. И я такая, точно, я ж тоже не выключу. Пошла! Представляете, сейчас бы я выключила ОБС-ку. Он мылся, вы ему помешали, да. Я считаю, что у нас нет ни призрачного, ни лазера. Что? И не проблема нас... Олечка, помню, что мы Шифанга тебя любим, и не проблема нас... Там не все сообщение, да, было? Я облилась, ребят, сейчас. Я не вижу нигде вообще абсолютно. Я А чего призрака ни разу не сфоткали? Кось. Простите, у меня фотика нету. Купили. Дважды уже появлялся. Я вон, взаимодействие, А, ну видишь, я там его сфоткала, видишь, по одной звезде с радугой. Просто нам не засчиталось почему-то это. А все, нам на больше фоток смысла нет, видимо. Да, 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 я поняла. За кого ты играешь? За девушку. Кусь, надо говорить теперь постоянно Кусь, потому что задание на Кусь было куплено Кусь. Оля, ты прикольно пугаешься. Кусь, спасибо тебе большое. Ну, это... О, проектор, Кусь. Был проектор. Был разерный проектор. Ой. Значит, минус исключаем, записи исключаем, ЕМП. Банши, Горел, Фантом. ЕМП, радио и призрачный огонек. Да. Крутая, да. Мне нравится. ЕМП, тройка была на взаимодействии. Призрачный огонек, Кусь. А его нигде нет, Кусь, призрачного огонька, Кусь? Тут не летает? Не знаю, Кусь. Я не видела, сколько смотрела призрачного огонька, я считаю, что его нет. Ну, камера в туалете не очень удачно, по-моему, стоит. Да. Настя у нас королева призрачных Кусь огоньков, Кусь? Радиоприемник. Горю. Я радиоприемников, да? А почему? А что это значит, Кусь? Горю, возможно, раз вы все в фургоне, Кусь. А... Единственное, что меня смущает, почему мне кажется, что это не Горё и не Банши, потому что Андрюха сказал, что мне кажется, я видел проектор. И в этот момент он смотрел именно в ту сторону, где бегал только что проектор. Да, мне могло показаться, я же говорю. А могло не показаться, и это не Горё. А у нас он есть, да, проектор? Это понятно. Да. Показаться, да. Я поэтому говорю, мне кажется, это Фантом. Так, ладно, подожди, Кусь, телефон посмотрим, звонит. Кусь. Звонит, Кусь. ЕМП. ЕМП-пятерка, я убегаю. Сейчас его еще раз немножко поисправляешь и пойдешь сама. У нас Горё. А, Горё все-таки? Нет, Настя, это ты должна фразу сказать. О, у нас Горё, давай, своим вот этим вот голосом. О, у нас Горё. Да. Стой, повернись ко мне, улыбочку. Спасибо. Я говорила. Любимая, главное вот так вот. Говорил. Главное на картах. Я говорила, всем говорил. Я себе Фантом, смотрите по мозгам. Да, у нас все хорошо, все. Андрей все нашел. Я все еще не понимаю, почему у меня уровень настолько выше, чем у Оли. Ой, фу, как вам плохо видно, я сейчас опять верну, короче, на единицу. На целый один уровень выше настолько. Да. Да. Нет, я не дошла до своего прохода. Андрей, а что ты меня сегодня подстёбываешь? Мы увидели нутро Насти только что. На самом деле он просто соскучился очень сильно. Как и я. Правда? Ну, я тоже. Куда все пошли? Я еще ничего не... У меня опять все глючит. Да это нормально, это прогрузка. Я еще ничего не взяла, они уже фармхаус опять сделали. Что произошло? Я опять все пропустил. Мы видели призрака. Мы набучили на Андрея. Мы опять идем в фармхаус. Сделали, построили. Андрюха, у нас Горё. Возможно, криминал. По коням. Да. Так, у меня здесь 8 градусов было. Да в какую ты сторону? О, кость! Бегу, где? Молодец. Я даю тебе ее взять, возьми на Е. Сейчас призрак мне такой. Верни мне мою косточку! Шдаран! Мана! Мана! Я пришла к тебе.
Фоткай твое говно. Привет. А где у нас здесь? А тебя можно взять? А нет. Где здесь? Того сего этого. Ты нашла. Включила. А, все нашли. А уже нашла? Ты где-то? Ой, заяц! У меня нет рук! Где-то? Ой, 9 градусов тут было. Уже нет. Опять 8, эта комната? 8, ну-ка, 11. Опять этот туалет! Дай мне знак! 8. Кинь что-нибудь! 11, 10, 9, 11. Я тут блокнот оставил, ну и ладно. Тут 9, 12. Нет, я заберу блокнот. Оля, стой на месте! Я забрала блокнот, мы идем дальше. 10. Ну ладно, это комната, поэтому я все оставляю здесь. И потекло отсюда. Так, это комната или это туалет? Ну я, короче, вот там оставлю, а сюда принесу. Быть! Бжим! Да, я теперь еще и детектор этих всяких штук. Ничего, не соскучился. Мяу. Так, камеру кто возьмет? Я возьму лазер, а кто-нибудь возьмите еще лазер. Я возьму фонарик. А датчик нам нужен? Лазер, камера. Благовоние, МП. Призрак туалетный утенок. А у нас в последнее время все что-то призраки туалетного утёнка. Мы где-то в туалете... А где? Ой, это Андрюха ходит. Лондонский дождь, до боли, до крика, поздравляю тебя. Оля, подожди меня, пожалуйста. А. Это не Райдзю. То есть на Райдзю только что пройден был. Господи, всралась. А кто свет тут погасил? Это призрак. Нет. Не нравится. Потому что... А, или Андрей. Потому что если Райдзю, правило, он не дает... Простите. Включать Оля. Простите. Он не дает включать камеру ночного видения. Да, все так. Я тебе тут фиолетовый фонарик оставила. Что-то у меня сомнения. Вот, прошел. Фотик где-то тут. Возьми фотик. Срочно. Вот тут фотик, вот он. Фоткай след. Вот, а уже поздно. Все, нет следов. Вот он. Больше нет. Ты здесь? Ой, дай нам знак. А у нас же на втором этаже еще куколка. Мне надо там ее сфоткать. Я сеть фонарик тебе оставлю, а сама сбегаю, сфоткаю куколку на втором этаже. Я вернусь. Он выключил только что свет, Андрей. Он выключил свет. Посмотри, пожалуйста, в туалете отпечатки, Андрей. В туалете отпечатки, посмотри. Спасибо, Виктор, за розочки. Спасибо большое. Всем привет. Привет. Нет? Нет, на этом, на включателе. А, фотик хотел. Чё нам? Блин, благовоние. Настя... Оля всегда кашляет. Настя, кинешь там благовоние? Только непонятно, где, но кину. Можешь две штуки взять. Сбегать без фонаря ты уже умеешь. Одну в туалете, одну там. Ну, нетушки, женщины. Проверим. Не сегодня. Там не сегодня. Фонарик. Так, опять только что дверь тронула. И мне надо, допустим... Есть отпечаток. А, супер. Это большой а супер. А котик есть? Нет, я не, нет у меня. Он там в комнате. Бегу. Я успею! Ты с котиком? Всё. Нет, я благовоние. А фотик, я могу сфоткать. А, вижу. А стоп, 1, 2, сколько там следов? 3, 4, 5. Пальцев? Но не всратые, да, какие-то. Некрасивые пальчики. А я думаю, что так темно, я забыла этот включить. Фонарик. Че у нас там? 2 я им понял. 2. А, тут нет куклы, я вспомнила. Ты здесь? Че сюда пришло? Андрей! А у нас здесь 15 градусов. Я знаю, я и говорю, у меня 15 градусов. Он просто так... Ну, благовоние... Знаешь, что мне кажется? Мне кажется, он дальше в туалете. Мне почему-то... Он тут кидает рим. Рим. И он сюда дверь открыл. Это близнецы? Возможно. А что, у нас есть отпечаток, да? Да, вот сюда. Но, смотри, я, короче, я только что благовоние завоняло туалет и вот эту комнату, и оно сочлось.
А кинул ты где? Вон он опять там открывает в своей комнате. Вот здесь? Угу. Здесь ей по его стучит. Ясно. Ты здесь? Он переметнулся, что ли? Походу поменял. Дай мне знак. Крестик. Спасибо большое за призрачков, за... Посмотрю-ка я камеры. Разочек хотя бы. За все, короче, спасибо. Красавчик. Вы скооперировались там и бабку заставляете страдать. Так. О, призрачный огонек у нас есть в туалете. Нет, кладовка, это кладовка в кладовке. Да. Не свети на меня. Так, записи убираем. Радиоприемник убираем. Что с лазером? Проектор, ЕМП или минус? Лазер, не знаю, огонек есть. Рация. Ну, швыряется активно, конечно. Проектор, ЕМП. Проектор стоит. ЕМП. И термометр. 50% нормально идет. Тусклый фонарик почему-то у меня, я не знаю, почему я его взял, ну ладно. Но ничего. Ощущение, что коридорный. Да нет, вот смотри, нашли комнату. Спасибо, Сад, большое за слайм, спасибо. Лазер же был в комнате, где лазер был? Мы не видели лазер. О, минус! Не. Он пыхнул. Видишь, вот пыхтит, Андрюха пыхтит. Ханту. В смысле пыхчу? Ну ты пыхтишь. У меня нет минуса. Есть у нас на этом, выходи. Правильно отметки в дневнике? Да, все правильно. Да, он твои стрелы не залетал. Привет. Максим, привет. Привет, Максим. Аль президенту. Миски, привет. А где это? Лондонский дождь. Прости, Настя. Андрей, ты так и не увидел этот минус? Увидел. Увидел? Отлично. Виктор, спасибо большое за кучу розочек, за букетик розочек. Спасибо большое. Обака. Какое обака? Подождите, какой, если хан? Призрачный огонек, отпечатки рук, ем... Блин, не то поставил. Минус. Испугалась! Давно эфир всегда, уже заканчиваем. Еще одну, да? Еще одну мы или мы заканчиваем? Я думала еще одну. Значит, еще одну. Ой. Вы все поставили ханту? Да. Еще не закрываем. Мурзилка, привет. К сожалению, с этого дома мы не взяли зайчиков, но ничего страшного. Сходите в психушку, а что там делать? Она большая, бесполезная. Угу, да. Мы там были. Честно говоря, 0 из 10. В психушке было бы весело, если бы человек 6 можно было бы взять, знаете. Да, и то этого бы не было, поэтому ничего. Андрюха, который никого не пускает в тиму просто. Если вы хотите с нами сыграть, вам предстоит пройти через Андрюху. Да, как минимум сначала Настя, потом да, Андрюха. Андрюха сложнее всего. Да. Настя еще цветочки. Если вам кажется, что Настя, тут у нас как бы нет. Андрюха. Спасибо большое, Павел, за подарочек. Блин! Подписки морделки. Помчалась, вы посмотрите. Женщина, вы меня со своими фармхаусами, честно слово, уже немножечко запарили. Это не смешно, Андрей. Вы реально меня запарили с фармхаусами. Что у нас? У нас было много домов обычных. За эту игру? Да. Я сначала поставил обычный дом, потом два деревянных, потом у нас было два или три обычных дома опять. Сейчас... У нас был один обычный потом и еще два деревянных. Нет. Да. А для меня это просто дома. Да. У меня вода грязная. Где? Дальше кухни, где коридор. Это называется туалет. Похихикай, шифанга себе. Хихи. Косточку видит кто-нибудь? Ой, не нравится мне это место, оно у меня вызывает очень плохие воспоминания. Когда я про...
Ой. Камин. Он включается. О, Настя, спасибо. Я так тебя звала, Настя. Я как вспомню, как я тебя звала, сидя у стеночки. Это брось, да? Грязная вода, это чей? Виктор, спасибо большое за кучу подарочек. Я тебе заплачу. ЕМП, ЕМП. Где? Ой. Куда опять надо? Я не знаю, он где-то кинул, я не понял где. Так, Настя, открой, пожалуйста, дверь. Чего вот-то не выключили? Щечки мотает. Кто за это платить будет? Когда вы взрослые играете в фасму, блин, воду-то выключи, алло. Нет, Мишки, твоих сообщений не было. Они не залетели. Все нормально. Кусь-кусь. Где-то кинул, может, на втором. Не знаю, я услышал. Я не слышал. Хотя я говорил, я выкрутил. Может, я просто глухая. Да не, просто в другой геолокации была. Я найду эту сраную косточку, во что бы то ни стало, и вы меня не напугаете. Нашла зайца. Как раз вот комната Оли, вот она над нами была. Что это? Комната Оли. Я тут жить бы не стала ни за какие деньги, комната Оли. Чё по температуре? Двадцатка. Класс. Настя, можешь бы быть как обычно? Мы нашли косточку. Спасибо. Этого мало. Дай нам знак. Нужно найти еще одну. Нет, хорошо, что мы нашли косточку, вот так и ничего и не нашли, типа тебе. Никогда не сдавайся, позорься до конца. Дай нам знак. Ты здесь? Дай знак. Ты здесь? Оло, оло, пожалуйста, поговори со мной. Хехни мне. Какой-то французский уже пошел. Оло. Элло. Voulez-vous coucher avec moi, sister? Да-да. И это все, что я знаю, как бы из песен. А я знаю. Знаешь что? Я просто, видимо, к чатику обращаюсь. Знаете что? А вы что, вместе нажали эту кнопку? Они нажали вместе две разные кнопки. А, вы короче... Я, короче, поняла, что когда я пугаюсь, я начинаю делать, как курица влево-вправо головой, такая... Пожалуйста, дай нам знак! О, минус! Фу! Срань! Где минус? Вот тут минус у меня вдолбился. А где? А я выкинула эту штуку, что ли? Выкинула. Вот тут минус был. Я вот так направила, у меня было минус 2. Вот минус 1.5 тут. Все, у нас минус 1.5. Ты здесь? Дай мне знак. Ты старый? Ты живой? Погнала. Так, солька. Фонарик у тебя есть фиолетовый, Настюш? Есть. Хорошо, а камера? Камеры нет. Камера никогда не сдавайся, позорься до конца. Бери. Я взяла соль. Фонарик есть у... Простите, у Насти. Ой, у нас так просело, прикольно, у нас по 60, ребят. Прикольно. Очень. Ну это нет. Честно, так и будет. Это не прикольно, это просто я... Блин. Типа не сейчас, а в этот заход просто. Может не, блин, может оладушек. Оставь записи в Махлоке. Облюд в этот. Я не поняла, что это было, я тупо смотрела на вентилятор, блин. А зачем мы в... нам нужно ЕМП. А ну что ладно, все. Вы не слышали? Нет. Он на пианино поиграл. А это он поиграл? Да, это он поиграл, мы уже не успели. Двойка. Зачем мы все принесли сюда, если он в туалете? Ну, в туалете? Почему? Ну, Андрей зашел в туалет, дыхнул в туалете. Может, не дыхнул.
Может, не зря я зашел в туалет. Ужасные звуки, я не хочу их бояться. Хотя воду он включил в туалете, говорят. Не знаю. Ты здесь? Или здесь? Оль. Я хочу, чтобы он мне ответил. Дай мне знак. Дай нам знак. Ответь мне. Забуговалась плохо. Ты здесь? Вот. Дай нам знак. Оставь запись, блокнот. В жопу эти пианины, короче, я буду с котиком и с распятием, которого у меня нет. Райдзю. Это Райдзю. Почему? Я не могу включить на камере ночной вид. А, это не Райдзю. У нас минус. Почему я не включилась? Я уже побежала. Где камера? А, вот тварь. Ну-ка, где ты? Он появился. Конечно, появился. Пошли смотреть на него. Где ты? Ну, иди нафиг. Я бегу за тобою. А это атака. Вот это вот уже атака. О, у вас атака? Ты такой сейчас был, бля. Простите. Она здесь. Че ты ноешь? Иди сюда, мышечка. У вас все. Че все? Ну, прошла атака. Где она появилась? Скажите мне, крестик такие. Не знаю. Без понятия вообще, где она появилась. Насколько же это было тупо. Я просто такая, пошлите смотреть, и тут начинается атака, я такая. Дай нам знак. Пойду посмотрю. Мне нужно немножко передохнуть, подождите. Я только что очень сильно облажалась опять. Сильнее я лажала только тогда, когда думаю... О! Атака? Да. Посмотрим на них из окошка. Уйди тут сзади, зачем ты залез ко мне в шкаф? Это как Андрюха, который... Чуть-чуть. Да-да-да, она зашла к вам. Я её ещё не вижу. Она хотела открыть, ты видела? Угу. Всё ещё атака, вы куда вылезли? Всё ещё атака. Мы вылазим, тихо. Пятёрка. Зато у нас пятёрка МП. Да. Атака кончилась? Да, я открыла вам дверь. Она вылезаем, раз... пошлите в трейлер. Она два раза пыталась дверь. Мы просто тварь, а мы тут вдвоём сидим, блин. Короче, а я не знаю, если бы мы не закрыли обратно, она нас убила бы, наверное, да? Да, она бы открыла и убила бы. Я про это и говорила, что можно дверь держать тебя. Ты такой, нет, нельзя дверь держать. Вообще, две атаки было подряд. И что-то мне смутно напоминает, что это близнецы. Помнишь, Андрей, тебе говорил, что между атаками буквально 3-5 секунд, и мы не успеем выбежать? Да. И сильная просадка, посмотрите по мозге какая. Но мозга, это мы там слишком долго ходили, а я еще и успела вылететь во время атаки к ним. Ребят, я за своим собственным криком сейчас Брэнни услышала шифанга, так что прости, в тайминг не попал. Для атаки, для близнецов нам нужен радио. Скажите, это офигенно было, сидеть в одном шкафу вдвоем просто. Я сейчас расскажу историю, Андрей, пожалуйста, не уходи, мы пока посидим, я должна прийти в чувство. Короче, первая атака... Я бегу в шкафчик, думала, что Андрей меня подождет, и он перед моим носом просто закрывает шкафчик. Она идет на нас, я буквально видела, как она идет на нас. Я такая, все отлично, все клубнично, и пошла, короче, во второй уже шкафчик. И слава богу, что я успела, потому что она потом подошла к нашим шкафчикам опять. Мне нужен не этот знаю. Момент. Оля сейчас тоже закрыла передо мной шкаф, но мне это не остановило. Да, он открыл дверь, просто зашел ко мне такой, здрасте, подвиньте просто. Я просто распаниковала. Я пыталась открыть дверь, я не смогла открыть дверь и пошла во второй шкафчик. Очень грустно. А ты еще кричишь нам, вы что вышли? Она дверь открывает, мы пытаемся закрыть обратно. Просто я думала, что это вы дверь открыли, я хотела вам сказать, что еще атака, это она была. Я хочу вам признаться честно, она дверь открывала, я это видела, я думаю, ну ладно, у Андрея получится закрыть дверь, а я вытянулась по струнке, я думаю, если убьют, то его, если я буду стоять ровно. Его, короче, хитбокс будет поближе к ней, потому что он смотрел сквозь шкаф.
А у нас была ЕМП-5, да? Короче, я понял, она пыталась умереть, а я пытался защитить нас. У нас была ЕМП-5. Не стыдно. Да, да, да. Я считаю, что это близнецы, я больше туда не пойду. Ну, я схожу поговорить. Давай. Поговори, поговори. Ребят, я очень сейчас испугалась, поэтому мы наблюдаем. Но здесь как бы все прозрачно. Я считаю, что это самый такой призрак, которого легко распознать. Угу. Кроме Абакая, мне кажется. Абакая это вообще... Отпечатки нашел и все, и уже я готов. Я еще фонарик не тот взял. Опять? Да. Вы видали знания Настюхи, как помогают? А он вы не видали? Выпил таблеток? Нет, конечно. Ты здесь? Не, выпил. Зачем он? Выпил. А, выпил. Дай мне знак. Может, это вообще не его комната? Может, у него туалет? Это же кажется, скажи что-нибудь. Он плачет. Да, призрак, да. Или Андрей. Андрей нет. Ты здесь? Ну, это было эффектно, ребят. Behind. Behind. Я говорю, это близнецы. Ну да, близнецы. Я говорю, Настя, Википедия, Фосмопедия. Да. Фосмопедия. Вот это так всегда. Я телеграм открываю, вижу и много голосовых сообщений от Насти. Я думаю, либо что-то случилось, либо про фазму. И, к счастью, в последнее время это только про фазму. Да. Да. Все. Это было прекрасно. Мы наконец-то увидели близнецов, и это супер. Я момент с Андрюхой в шкафу обязательно вырежу. Обязательно отмечу Андрюху там. С восклицательным знаком. Несколько раз выложу, чтобы он знал. Чтобы он да, я буквально тыкну ему, типа, ой, смотри, сейчас. Это... Да, я уже вышла. Да, ну ладно, я разочек покажу, тихо-тихо, сейчас, чтобы кекнуло всем тихо. Вот. И Андрей туда воткнулся. Ну, а я быстренько с вами прощаюсь, спасибо, что вы были со мной, удачного завтра дня вам. Я надеюсь, что мы с вами встретимся завтра, и ничего у нас не перенесется. Я вас всех очень люблю, и всем спокойной ночи заранее. Ну, мы-то с тобой будем завтра доигрывать, да? Не, я говорю, надеюсь, ничего не принесет. А, я думала, вдруг ты обещала какие-нибудь амбары всем. Нет, амбары я сказала, что в понедельник будут. Мы, скорее всего, будем доигрывать. Понятно. Моя очередь. Андрюх, ты тоже можешь попрощаться. Вот. Всем спасибо. Вы почти что довели меня до инфаркта. Спасибо всем в ТикТосике. Спасибо всем на Твичонском. Мы скоро вернемся в новой игре. Не будем недолго в нее играть, надеюсь. Ну, не как обычно. Да, Андрей? Вот. Где-то в течение получаса мы вернемся. Можете тоже подтягиваться. Посидим. Пожалуйста, если кто-то вернется на Twitch, будьте со мной по лайтове. Умоляю. Все. А мы тем временем пошли. Всех кусь. Пока. Виктор, спасибо за подарочек, за помахать рукой. Вот, все, мы пошли. А я-то как вас люблю, дорогие твич, мои чатик, ребятки, Паша, особенно Шифанга. Ух! Ёжик, спасибо, что жамкнул сердечко на Твиче. Кусь-кусь.